приближается год собаки. Я уже залаяла, как собака. У нас в гостях наш астролог Светлана Лейман. Да, что там в гостях? Уже практически как дома. Так давно мы пользуемся ее помощью и прогнозами, что прям вот практически родня. Доброе утро. Спасибо, доброе утро. Доброе утро. В принципе, прогнозы астролога преддверии Нового года ожидают как атрибут веселого праздника. Как салат оливье, как салют. Ну, конечно, это так, ну, так да, ожидаемо. Да, чтобы почитать, чтобы узнать, что там будет. Гороскоп, он, в принципе, относится больше как к элементам развлекательным, веселым. Почитал. Настроиться, забыл, так сказать. Да. Вообще... А самое интересное, я какой-то гороскоп читал, вот он был, ну, несерьезный вроде как обозначался, как, ну, с юмором. Совпало, да? Но там все совпало. Понимаете, какая штука? Чем смешнее, тем правдивее. Так. Вот в чем смысл, что эти гороскопы очень сложно поверить и проверить. Но на самом деле в защиту астрологов я скажу, что для точных гороскопов используют точные данные рождения каждого человека. Ну, да. Поэтому что можно сказать в преддверии Нового года? Все мы строим планы на будущее, и все мы желаем, размышляем о своей судьбе. Ведь Новый год – это новый виток в жизни каждого человека. И здесь это отличный повод для тех, кто решил взять судьбу в свои руки, кто решил жить в свое удовольствие, в гармонии с собой, начать все с чистого листа. Поэтому здесь есть некоторая информация, которую я хотела бы представить перед тем, как мы прочтем гороскоп, которая, в принципе, информация к размышлению. Это не совсем как бы предсказание будущего. Про чистого листа вы очень правильно сказали. Многие думают, что 1 января это прям просто вот обнулился такой, и все, прошлого нет. Все само начнется, все начнет случаться. Да, по волшебству. Да. А на самом деле будущее наше зависит, в принципе, от наших сегодняшних мыслей, поступков и слов. И вообще повлиять на свою судьбу или изменить события многие в жизни, их практически невозможно. Здесь можно лишь изменить последствия. С чем можно это сравнить? Это можно сравнить с движением воды, это приливы или отливы, которые действуют в соответствии с планетарными циклами Луны. И человеку очень сложно изменить это движение воды. Другое дело, что можно использовать эффективно, там, плыть к берегу или от берега, поймав волну, например. И в этом глубокий смысл изменения. Такая метафора, мне нравится, очень жизненно. Да, изменение судьбы, то есть поймать волну и плыть. Мы же тоже из воды. Люди? Ну да, логично, конечно. Многие хотят знать свою судьбу, многие хотят ее изменить и хотят, чтобы она была счастливой. Естественно, эти как бы больше надежды связаны с Новым годом. Но у всех у нас как бы свой багаж, к которому мы подходим, будем подводить итоги этого года. И здесь вот наше настоящее, где вот каждый из нас в данный момент присутствует, оно, в принципе, происходит в строгом соответствии с законом справедливости. То есть, вот как в народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. Ну, на самом деле, каждый думает, да, что гороскоп обязательно должен сбыться, там всегда все позитивное, и такой, ох, что-то не совпадает, ох, как жаль. Действительно, нужно помнить, что ты натворил, да, вчера, там, позавчера и вообще за прошедший год, чтобы ждать, чтобы у всех рыб там или у всех водолеев исполнилось вот это прекрасное позитивное предсказание. Конечно, нужно немножко соотносить. Всем в жизни даны пройти свои уроки, набраться определенного опыта, обрести свою мудрость. Поэтому, друзья, вообще решайте проблемы, изменяйте свою судьбу с помощью любви, милосердия, упорного труда. Я всех поздравляю с Новым годом, желаю всего самого доброго, желаю, чтобы все ваши заветные мечты исполнились независимо от знаков зодиака. Поэтому вообще, вот, в принципе, весь гороскоп примите как намек и праздничное поздравление. Примите от нас тоже поздравление и рекламу, а потом гороскоп.